Слушайте радио Японии и присылайте свои отзывы. Для этого на нашем веб-сайте выберите раздел «Для контакта» и заполните соответствующую форму. Мы продолжаем информационный выпуск из Токио. Правительство США заявляет, что повысит пошлины на импортируемые из ЕС самолеты с нынешних 10% до 15%. Представитель администрации США по торговле заявил в пятницу, что повышение пошлин вступит в силу с 18 марта. Между США и ЕС продолжает оставаться противоречие по вопросу предоставления с обеих сторон субсидий американскому авиапроизводителю Boeing и расположенному во Франции Airbus. Обе стороны заявляют, что подобная поддержка со стороны оппонента незаконна. В прошлом году правительство США ввело дополнительные пошлины на самолеты из ЕС и 25% пошлину на сельскохозяйственную и другую продукцию, включая сыры и вино. Торговый представитель заявляет, что будет сохранен уровень дополнительных пошлин на неавиационную продукцию. Он также призвал ЕС из-за распространения коронавируса. Председатель Конституционного комитета МОК Джон Холл выступил на пресс-конференции в столице Японии Токио. По поводу вспышки коронавируса Холл заявил, что правительство Японии ответственно принимает меры и что МОК продолжает вести переговоры с ним. Он подчеркнул, что это правило безопасно как для ответов, так и для зрителей. Организаторы Токийского марафона просят зарегистрироваться в Токийском Китае международно участие в этом году из-за вспышки коронавируса. Токийского марафона объявил на прошлой неделе, что регистрационный взнос не будет Вакансия.
Сингапур первой половины 20 века. Его отец работал в канцелярии начальной школы, и семья была бедной. Однако упорное стремление к учебе помогло будущему автору поступить в университет Мэйдзи, а впоследствии на гуманитарный факультет университета Даичи Кокунаку. Дружба с однокурсником Риноски Акутагава укрепила в нем желание стать писателем. Однако незадолго до окончания учебы в 1913 году он взял на себя вину за проступок, совершенный товарищем, ушел из Даичи Кокунаку и вышел изучать современную британскую драму в тогдашнем Киотском императорском университете. Впоследствии Кан Кикуси основал одну из крупнейших японских издательств «Бунгей Синджи», которая учредила престижные литературные награды, премию Акутагава и премию Наоки, и внесло значительный вклад в издательское дело в Японии. Итак, послушайте начало рассказа главной судья Вакасуги. В молодости главный судья уголовного суда округа Н. Кодзо Вакасуги был глубоко верующим христианином. Однако теперь Вакасуги больше не исповедовал христианство. Никто бы и не подумал, что этот человек в мантии, восседающий с мудрым видом в зале суда, в молодые годы имел пламенные религиозные убеждения. И все же юношеская вера оставила на нем свой след. Так шрамы на морщинистых лицах опасных немецких стариков-бюрократов напоминают о том, что в студенчестве это были горячие головы, любившие добрую потасовку. Надо сказать, что у главного судьи Вакасуги всегда находилось глубокое и искреннее сострадание к подсудимым. Если все проявляли хоть какие-то признаки сожаления или напрямую раскаивались в содеянном, он наносил приговоры настолько мягкие, что они обескураживали обвинителей прокурора. Конечно, прокуроры обычно оспаривали его решение. Иногда их интересы отклоняли, но бывало и так, что приговор заменяли на более суровый. Хотя пересмотр решения главного судьи не идет на пользу его репутации, приговоры Вакасуги неизменно оставались чересчур снисходительными. Подсудимые бывало прыгали от радости, узнав, что он будет председателем на их процессе. Когда речь не шла об особо жестоких преступлениях, публика не имела ничего против таких мягких приговоров. Напротив, если подсудимый вызывал хоть толику сочувствия, все оставались довольны тем, что он наказан не слишком старался. Несомненно, такая снисходительность радовала и тех, кто был как-то связан с подсудимыми. Месяцев до выпуска, старший брат сказал ему: «Живя с гуманитарным дипломом, на жизнь зарабатывает. Бросай-ка, и переходи лучше на юридический». Как и сейчас, выпускники гуманитарии все времена с трудом обеспечивали себя. Жизненных примеров тому было множество. Многоразумный Морита тут же решил перейти на другой факультет. Он учился лучше в Акасоге и не испытывал стеснения средств на оплату учебы. Его внезапное решение, принятое из опасения денежных трудностей в будущем, заставило Вакасуги усомниться в собственном выборе.
оказался свидетелем одного инцидента. Дело было курсе на втором. Как-то вечером он поднялся по склону Комитака и до Каспия к краю Донскими. И на том дороге увидел справа на холме молочную лавку, перед которой собрались несколько человек. Он остановился посмотреть, что происходит. Тут из лавки вышел рабочий внешности человек, тянувший за собой хорошо одетого мужчину за веревку, обвязанную у того на правом запястье. Сначала показались только эти двое, потом еще несколько таких же пар. Странно было, что в каждой паре простой с виду человек повязал респектабельного джентльмена. Задним числом ясно, что ничего из ряда вон выходящего там не происходило. Просто полиция устроила облаву на игорный притон. Но тогда будущий судья еще не настолько хорошо знал жизнь, чтобы понять это, и потрясенно наблюдал за сценой. Вдруг рядом с ним возник молодой человек, похоже, еще меньшего, косо не понимавший, что происходит. Он приблизился к двери лавки и заглянул внутрь, словно в чужое жилище. Всех нарушителей уже повязали и увели, и последний мужчина рабочего вида вышел из лавки с пустыми руками. Он заметил молодого человека, загородившего вход, и с криком «Прочь! Что ты тут смотришь?» резко оттолкнул его в сторону. Конечно, юноша понятия не имел, что перед ним полицейский, наделенный гораздо большей властью, чем он сам. Он закричал «Не толкай меня!» и накинулся на полицейского. «Что? Противиться вздумал? Участок пойдешь!» Полицейский грубо скрутил молодого человека. Должно быть, он был раздражен тем, что все его товарищи ушли с добычей, и только он остался с пустыми руками. И теперь он стоял перед соблазном хоть кому-то повязать и доставить участок. Молодой человек понял, что напал на полицейского, и, видимо, немного скрутил, но все-таки продолжал сопротивляться. Однако полицейский был сильнее. В конце концов, он без особых усилий завязал веревку на правом запястье молодого человека и потащил того за собой. Должно быть, он собирался объяснить задержание тем, что юноша мешал бы, как и он. Подтащил задержанного на несколько метров от того места. Что вот такие детали могут по своему усмотрению пользоваться правами, которые предоставило им государство. Вернувшись вечером на шерсти, Лотошутин никак не мог побороть возвращение, которое произошло. Но на спасение он продолжал думать о том, что они пришлось наблюдать. И тут его осенило. Он должен взяться за изучение плана. Thank you.
بود. بزرگترین خدمت به اون بخش از سیاست‌های مخرب اسرائیل بود و به این معنا Это не значит, что через все мягкие переговоры никогда не существовали. Голосование марша памяти Бориса Немцова. Акция состоится 29 февраля. Открыться сейчас у нас будет возможность не только почти в памяти Бориса Немцова, но и выразить свое отношение к поправкам от Конституции. Если тебе планируется где-нибудь угодно, чтобы зафиксировать на нарушение антидопинговых правил, скачай сайт Международного союза биатлонистов, подпен, вместо темы сборной страны, лишь не золото за эту победу на Олимпийских.